Здравствуйте. Разберем отдельные представители галогенопроизводных. CH3-хлористый метил, газ, фреон, хладоагент применяется в холодильных установках. Температура кипения его равна минус 23,7 градуса. CH-хлор-3. Хлороформ – бесцветная летучая жидкость с специфическим запахом, растворитель, применяется в медицине для наркоза. С-хлор-4. Четырехлористый углерод, негорючая жидкость, растворитель, применяется в химчистке. С-H2-хлор, С-H2-хлор, 1,2-дихлор-этан, бесцветная жидкость, растворитель жиров, масел, смол, воска, каучука, яд, применяется для синтеза веществ. С-фтор-2-хлор-2-дифтор-дихлор-метан. Фреон – бесцветная жидкость, не ядовит, применяется в холодильных установках. CH2-CH-хлор. Хлорвинил применяется при изготовлении хлорвиниловых пластмасс. Например, N-молекул CH2-CH-хлор, хлорвинил. При действии инициатора получается в скобках связь CH2, связь CH, хлор, связь, закрыли скобку N раз, поливинил хлорид. Следующая CH2 двойная связь C, хлор, связь CH, двойная связь CH2, хлоропрен, применяется при изготовлении хлоропренового каучука. Например, N-молекул CH2, двойная связь C, хлор, CH, двойная связь CH2, хлоропрен, хлоропрен. Под действием инициатора получается в скобках связь CH2, связь C, хлор, двойная связь CH, связь CH2, связь, закрыли скобку N раз, хлоропреновый каучук. Этот каучук применяется в медицине для изготовления также детских игрушек.